Нет, я вас просто прошу, чем вы хотите. Я же вас выслушаю. Ну да. Вот видите, ребят, 5 секунд, подойдите сюда. Да зачем? Пойдемте, пойдемте, я вас выслушаю, пойдемте со мной. Одолжение ваше. Почему мое одолжение? Ну потому что я вас выслушала, выслушала. И что? Ну теперь вы мне уделите время. Ну зачем оно мне нужно, я буду вам уделять его? Я вас все поняла. А? Потому что... Почему я вам-то должен уделять время? Потому что... А? На каком основании я должен? Ну, потому что вы... Я вам сказал все уже. Что еще надо? Ну, почему вы так мужчина приходит и небом не мотает? Почему он без маски ходит? Потому что я маску не ношу, нельзя мне по состоянию здоровья. Ко мне Ларюка, начинает мне нервы мотать. На подбородник? Почему на подбородник? А куда? Зашли, вышли, что там, 2 секунды. Ну не хочу, нельзя мне, понимаешь? А? Не хотите, дома сидите. Да что вы говорите? Ну а что? Ну а почему я должен дома сидеть? А что вы сейчас меня снимаете, стоите? Для чего? Потому что так хочу. Чего вы хотите? Снимать. Блогер? Многих снимаю. Блогер? Блогер, блогер. Да, зачем знать? Вот вы приходите, бедные за 500 рублей сидят, а вот за такие вас, за такие как вы, без масок, их оштрафуют. Не оштрафуют? Оштрафуют, еще не оштрафуют. Нет. А 22 июля, посмотрите распоряжение Роспотребнадзора, где там русским языком сказано, не имеют они права оштрафовать никто. Проходите, батя. Это не я, не я придумал. Я зачем снимать? Это ж покажу людям. Покажу, конечно. Нервы я им мотаю.